Прошло уже более 20 лет с тех пор, как каратэ-до с грохотом ворвалось в мир прикладных видов спорта. Первые японские мастера, посетившие Европу или приглашенные отдельными группами энтузиастов, демонстрируя удары, разбивающие кирпичи и черепицу, разламывающие доски, показали ошеломляющую эффективность, открыли новое измерение в науке о бое без оружия. Те, кто был посвящен в это японское боевое искусство, очень быстро завоевали репутацию опасных, если не непобедимых бойцов. Вдохновленные этой новой дисциплиной, требующей постоянных тяжелейших тренировок и совершенного господства над телом и духом, но поразительно эффективной в реальном бою, каратэка, то есть занимающиеся каратэ, с жаром осваивали азы. Каратэ – это тренировка, основным назначением которой является возврат человеку ясности духа, его чистоты и простоты, то есть такого духа, каким человек обладал изначально, пока он не потускнел под воздействием внешнего мира. И жители Запада с огромным интересом открывали для себя цивилизацию Дальнего Востока. Этот героический период, период открытия, организации, завоеваний, завершен. Первые опыты сменились уверенной техникой, появились кадры руководителей и инструкторов. Каратэ сегодня достигло такой популярности, что без преувеличения можно сказать, что нет такой страны в мире, где бы им ни занимались. Возможности совершенствования в каратэ безграничны. Бессмысленны попытки очертить раз и навсегда круг разновидностей каратэ. Еще более претенциозным было бы желание определить пределы этих возможностей. Пытаясь сделать это, мы обнаруживаем, что постоянно удаляемся от своей цели, и по мере наших поисков открываются все неожиданные горизонты, новые направления. Иногда оказывается, что все прежние взгляды подлежат пересмотру. Однако сам дух поиска, при условии скромности, которую дает опыт, благотворен. Благодаря этому духу каратэ остается живым искусством, не ограничивающимся одними только правилами спортивной игры, а каратэка – настоящими исследователями, увлеченными поиском пути. Но многим людям, знающим о каратэ лишь поверхностно или не знающим ничего, каратэ представляется чем-то порождающим насилие и жестокость. Чтобы рассеять эти заблуждения, необходимо дать исчерпывающие сведения о каратэ. Этому и будут посвящены наши программы. В них мы постараемся развеять завесу таинственности и познакомить вас с великим искусством будо, боевым искусством Японии. Oh!
подавляет слабое. Таков закон природы. Основополагающая идея карате родилась из осознания этого закона и желания более слабых к действенной защите. Стремление уметь дать отпор превосходящему по силе врагу для многих явилось толчком к изучению карате. Победить нападающего вооруженного человека голыми руками означает триумф духа и совершенство тела. Зимой температура воды в Японии практически достигает уровня замерзания. Но все же эти ученики школы карате тренируются в ледяной воде, чтобы укрепить себя и физически, и духовно. Мы продолжаем обучение в заочной школе каратэ-до Шотокан, самого массового стиля не только в Японии, но и во всем мире. Наша заочная школа рассчитана на всех людей без ограничения возраста и пола, тех, кто имеет желание и стремление изучать искусство каратэ-до, но по каким-то причинам не имеющим возможности регулярно заниматься в секциях и клубах. Для тех, кто успешно овладеет представленной программой, в конце этого года будет проводиться учебный семинар и аттестационный экзамен с присвоением первого ученического пояса 9 уровня каратэ-до. Уроки будет проводить 4-кратный чемпион Украины, серебряный призер чемпионата мира по каратэ-до 1995 года, президент детского клуба каратэ «Тигренок» Александр Негатуров, второй международный дан Шотокан каратэ-до. Наш урок мы начинаем с повторения прямого удара сейкен цуки. Мы приступаем к освоению стойки дзенкуцу дачи. Так называемая передняя стойка предназначена для жесткой атаки и контратаки. 60% веса тела на передней ноге, ноги на ширине плеч. Если от колена передней ноги опустить перпендикуляр, он пройдет через основание большого пальца. Передняя стопа слегка довернута внутрь, задняя параллельно передней. Задняя нога прямая, жестко упирается в пол. Корпус перпендикулярен линии атаки. Выход в стойку и перемещение обязательно осуществляется через промежуточное положение, в котором движущаяся нога вплотную примыкает к опорной ноге.
Вначале для удобства разделите движение на фазы до и после промежуточного положения. Затем выполняйте переход слитно и плавно в одно движение. При перемещении стопа скользит, едва касаясь пола. Корпус при передвижении перемещается строго параллельно полу. Характерные ошибки. Стопы не параллельны. Недогружена передняя нога. Задняя нога согнута и пятка оторвана от пола. При перемещении корпус приподнимается. Начинающему ученику тренировки по базовой технике могут показаться скучными. Ему захочется немедленно приступить к изучению конкретных приемов. Но он должен знать, что без крепкого фундамента базовой техники его ждут горькие неудачи. Вся представленная учебная программа будет подробнейшим образом расшифровываться и объясняться. Будет предложена методика ее освоения. При этом все желающие смогут получить бесплатные консультации и разъяснения по представленным урокам каждую субботу в 11 часов, придя в базовый зал карате-клуба «Тигренок» по адресу улица Пионерская, 9, зал карате. Карате-клуб «Тигренок» проводит набор в группы по изучению традиционного карате плюс гимнастика. Принимаются дети, начиная с 5 лет. Обучение проводится в малокомплектных группах, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому ученику. Вас ждут на Пионерской 9 в зале карате. Контактные телефоны 33 27 15 26 58 88. Оружие – это всегда произведение искусства. Это украшение и инструмент, друг и противник. Для воина оружие – это часть тела и души. Это единство формируется с течением времени и не только в совместных переделках и учебе, но и при осознанном, а часто и неосознанном процессе медитативного его постижения. Украшения меча играли особую мистическую роль, охраняя и оружие, и его хозяина от влияния враждебных потусторонних сил. В мече сливалось воедино божественное и человеческое, небесное, земное и повседневное. Мистика и магия являлись существенными составляющими тайного воинского искусства древности. Ты слышишь?